Долговой кризис не преодолен, хотя меры Брюсселя и национальных властей со временем исправят ситуацию. Об этом заявила Ангела Меркель во время записи новогоднего обращения к жителям Германии. Праздничную речь подслушало агентство Томсон Рейтер. На этом фоне, по мнению канцлера, в самой Германии дела обстоят неплохо. Уровень безработицы самый низкий с 1990 года. Занятость при этом на рекордно высоком уровне. Однако ФРГ по-прежнему угрожает замедление роста ВВП, в связи с чем многим немцам придется затянуть пояса. Добавлю, что в сентябре следующего года в Германии пройдут парламентские выборы. Меркель по опросам уверенно лидирует, ее поддерживают 36% граждан, а у конкурента из социал-демократической партии Пьера Штайнбрюка только 18%.